10 февраля. Один из крупнейших поэтов 20 века, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Борис Пастернак, родился 10 февраля 1890 года. Окончил гимназию и Московский университет. Изучал философию в университете в Мальбурге. Ездил в Италию. Находясь под сильным впечатлением от музыки Скрябина, занимался 6 лет композицией. Первые публикации стихотворений Бориса Пастернака относятся к 1913 году. В следующем году выходит его первый сборник «Близнец в тучах». Известность к Пастернаку пришла после Октябрьской революции, когда была опубликована его книга «Сестра, моя жизнь». С годами Пастернак освобождается от чрезмерной субъективности своих образов и ассоциаций. Оставаясь по-прежнему философски глубоким и напряженным, его стих обретает все большую прозрачность, классическую ясность. Пастернак – выдающийся мастер перевода. Им переведены произведения поэтов Грузии, трагедии Шекспира, Фауст, Гёте. 10 февраля родилась заслуженная артистка России Людмила Артемьева. Впервые на экране она дебютировала в 1986 году в школьном фильме «Очень страшная история». Стала популярна после главных ролей в сериалах «Таксистка», «Кто в доме хозяин» и «Сваты». Артемьева была членом жюри в шоу «Перевоплощение один в один», участвовала в ток-шоу «Модный приговор». На счету актрисы более 80 ролей в театре и кино.